Китайский баритон Дзян Шанжун выступил с единственным концертом в Омске. «Восточный соловей» – такой титул присвоила певцу музыкальная пресса. Выпускник двух консерваторий – Шанхайской и Московской – исполняет ведущие сольные партии в операх Моцарта, Верди и Чайковского. Особое место в репертуаре певца занимает камерная музыка. В Омске Дзян Шанжун представил программу, в которую вошли неаполитанские песни, а также русские романсы и сочинения китайских композиторов начала прошлого века. Певец считает своим долгом знакомить слушателей с произведениями выдающихся авторов Поднебесной. А покорять публику помогает не только личное обаяние исполнителя, но и безупречное произношение на трех языках.